27 августа прямую линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Аньховский. Звонки примут с 10 до 12 часов. Телефон на вашем экране. Глузский, Кировский, Осиповичский районы завершили уборку зерновых. На финишной прямой аграрии Бобруйского, Быховского и Костюковичского районов. Всего в регионе намолотили 947,5 тысяч тонн зерна. Бобруйский Громаш расширил номенклатуру техники, поставляемой на рынок Республики Казахстан. Впервые была поставлена партия лодок-косилок ЛК-12. Они предназначены для кошения камыша под водой. Разработку единой платформы для дистанционного обучения в Беларуси завершат до конца года. Об этом заявили в Министерстве образования. Изначально сайт запустят в тестовом режиме. Полноценно он должен заработать со следующего учебного года. Бобруйчане завоевали 5 золотых медалей на первенстве Беларуси по боксу среди юниоров. Две бобруйчанки также пополнили медальную копилку серебром.